Приставы больше не смогут списывать в счет долгов пенсии, родительские пособия, деньги материнского капитала и не только. Закон накануне подписал президент Владимир Путин, и сразу после информация появилась на сайте Госдумы. Новый порядок начнет действовать 1 июня 2020 года. По нему приставам также нельзя будет блокировать счета с денежным возмещением, вреда здоровью, а также разными компенсационными и единовременными выплатами и пособиями. А работодателям в расчет документах придется указывать код вида доходов, который устанавливает Центробанк. Все потому, что сегодня приставы не могут узнать заранее, откуда именно на счетах должника появились деньги.